улице. Но машин как-то что-то не подубавилось даже. Вы не поняли, это карантин. Болеете? Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. С вами Турист на всю голову. И сегодня у нас первый день карантина. Город Кустанай. Ну, первое впечатление, конечно, людей поменьше стало на улице. Но машин как-то что-то не подубавилось даже. Ну вот, люди свободно как бы перемещаются. И формально... возможно, ничего не изменилось. Но сейчас иду в супермаркет, снова проинспектировать насчет полок, появился ли товар, и все так же. Ну, сразу виден эффект карантина, то, что машин вообще нету, людей тоже не особо густо. Но многие, кстати, идут, несмотря на расстояние, к супермаркету. Потому что здесь выгоднее, подешевле, наверное. Поэтому только и идут. Сейчас посмотрим, что с товаром, есть ли в наличии или нет.
общем, как сами заметили, то, что сегодня уже полки гораздо полнее, все заполняют их, и формально, ну, все, что вчера типа было дефицитом, туалетка уже снова на месте. Ну и, в принципе, остальное не особо так проредили, но, конечно, муки видно, что много взяли, и еще не успели пополнить. Хлеба мало. Ну, молоко появилось снова на полках. Это уже радует. Сейчас покажу вам одно обиталище лиц каких-то непонятных, странных. Там в основном синяки. И наркоманы, походу, трутся. Дом сгоревший у меня на районе. Там постоянно какой-то контингент то ли проживает, то ли он просто так бывает временами, можно сказать так. Ну вот, в общем, так сходил в супермаркет. Народу мало, полки полные. Сами все видели. Хорошо убавился трафик машин. В принципе, можно свободно по улицам проходить. Но все равно, я думал, будет меньше народу по улицам ходить. Но люди все равно от магазина так к магазину и все. Особо так не катаются. Карантин как-никак. Берегите себя и своих близких. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня, точнее, хорошего времени суток, какое-то время вы мне смотрите. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, всем удачи!